Доброго времени суток, друзья. Итак, мы продолжаем наше путешествие. Привет, Ромочка. Ну, наше путешествие с Ведьмаком в землях Ривелина, Новиграда. И дальше мы двигаемся. Двигаемся по новому заданию, которое у нас висит. Так, сейчас сначала. Так, где этот, который стучащий? Стучит тут молотком. Покупайте, Габриэль! Давай. Покажи товары. Покупайте, Габриэль. Скинем сначала ненужные нам. Матье. Так, а что это у нас было? Так, не забыть. Сделаешь мне одну вещицу? Не забыть одну вещицу. Так, давайте по... Быстренько. Будь здоров. Быстренько починимся. А задание у нас будет неизвестно там какое, насколько оно будет длинное. Но может быть даже. А говорила я ему крышу. Поговорить с управляющим в обрезком в нищем квартале. Мы получили задание покончить с чудовищем. И, в общем, нужно поговорить с управляющим для того, чтобы узнать, что за чудовище. И... Потом уже подумаем, что нам делать далее. Ух ты, похоже, нам предстоит что-то серьезное, друзья. Мы здесь бродяг не любим. Я по поводу объявления. Говорят, вам тут надо избавиться от какого-то чудища. А, да. Надзиратель Лунд объявление повесил. Какая-то бестия рыщет по пригородам и убивает людей. Как стемнеет, из дома выйти страшно. Я хотел бы поговорить с надзирателем. А он просителей не принимает. А чем он занимается-то? Раздает нищебродам муку и крупу по поручению городских властей. Знамо не лично. У него для этого люди есть. А сам-то он... Хорош болтать. Надзирает. Вот именно. Я, пожалуй, займусь этим чудищем. Ты лучше поспеши. Кто-то за него уже взялся. А кто принял заказ? Да я не видел. Кто-нибудь видел чудовище своими глазами? Нет, мы только тела находили.
Бестия всегда появляется ночью. Нападает только на одиночек. Когда нашли последнюю жертву? Вчера ночью. Куберта убили. Он нищий, но человек порядочный. Я позволял ему время от времени ночевать под навесом. Вон там, справа. Евстахий тело еще не забрал. Где я его нашел, там оно и лежит. Прощай. Так, ясно. Посмотрим. Место, так сказать, преступления. Где он вот здесь оставил? Ага, видимо, да. Так, посмотрим. Не похоже ни на Гаркайна, ни на Фледера. Ну, лапки-то не маленькие. Так, чего у нас? Данское спиртное. Да будет цвет. А вот и туловище. Из него высосали кровь. Низший вампир? Так. Так, у нас очередная цель. Мусор он собирал. Найти. Ага, вот и следы появились. А вот и следики. Наследил, гаденыш. Интересно, куда? Он тут. Эти копают тут, понимаешь? А? Без... Ух ты, фига себе. Шел-шел и что? И нырнул. Или на лодке уплыл. Интересно. Куда же он мог податься? Отсюда. Дают, надо посмотреть все-таки там. Видимо, нужно было какое-то вот именно смотреть, то ли начало следов, то ли загадки, блин. Вроде идешь правильно, а на самом деле, ну, шел-шел. Здесь след кончается. Поищу-ка на той стороне. Ну вот, пожалуйста. Нужно было просто посмотреть подсказку. Давай, блин, ныряй, блин. Пока эти ночные висенки. Не знаю, для чего нам нужна крушина, но... Как-нибудь денег может пригодиться. Так. Так, тут у нас почти все. Вот опять следики появились. Ну давай ты уже бери нюх, след или что-то там можешь взять. Дохлую крысу. Кровь, но не человеческая. Чудовище было ранено. Типа приплыл. Так, понятно. Почему мертвая крыса?
никто мне скажет? А, видимо, они его испугались. Да, он тут... А, тихо, спокойно. Он, по-моему, где-то наверху. Что-то какое-то от него это идет. Вон как, какое-то дыхание. Хватит с тебя! Осторожнее, она сильная! Наверное, да. А тут ты, кореш, нарисовался. Не люблю я его, не нравится он мне. Привет, Ламберт. Рад тебя видеть, волк. Решил поохотиться в Новиграде? Тебе же здесь раньше не нравилось. И теперь не нравится. Но у меня тут кое-какие дела. Как с работой? Неплохо. Был у меня выгодный контракт в Ланексетере. Позвали убить великана, а тот оказался лесным троллем и шайкой бандитов. Шайкой бандитов? Надо же. Ну, они прилагались к троллю. Ты говоришь, у тебя здесь дело. Помощь нужна? Может и нужна. Давай об этом потом. Пойдем, заберем награду, я немного спешу. Тебе половина. Так уж и быть, уступаю. Я тебя догоню. Подождешь? Ладно, только не копайся. Ты знаешь, где резиденция надзирателя? Да, у меня там была милая беседа с одним стражником. До свидания. Поговорить с Ламбертом. Так. Будем распутывать клубок. Что тут осталось от этой... Ну, вот, мутаген, шкура и кимы. В общем-то, ничего такого... Плохого мы здесь не нашли. Подгоревший хлеб замечательно. Шкура волка. Ну что ж. А почему мне этот Ламберт не нравится? Не знаю, как-то подозрительный. Он типарь такой. Может быть, он даже и... В общем-то, даже среди ведьмаки, в общем-то, они тоже как бы люди, даже если они мутанты. И каждый, в общем-то, сам себе на уме. Так, нам нужно обратно. Либо через так, либо через эдак. Давайте через так. Будет. Надо сильно побыстрее. Ну что ж, тут нам надо пообщаться с товарищем. Ламбертом, но на всякий случай надо будет и... А вот и Ламберт. Пойдем за наградой. Рожа у тебя когда заплытая. Перепил, что ли? И что? Эликсиров? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу. Пора платить. Погодите. Схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся. А ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер?
Последний раз спрашиваю. Стража! В темницу их! Ну вот. Сучий сын! Короче, нравились или еще нет? Так. А, Ламберди, вот смотрите-ка. Три стражника появились, а Ламберт-то мылся с места, так сказать. Я же говорю, нельзя никому доверять. Ведьмак ведьмаку не всегда ведьмак. Так, значит, сюда. Видимо. С ним больше хлопот, чем с Экимой. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только, что с Виенной. И что с Виеной? Она круглые сутки пьет у семи котов. Ну вот видишь. Что она у них пьет? Красавец. Ты с ума сошел? Что ты творишь? Я тебе все объясню. Сейчас сюда явится еще больше стражников. Пойдем отсюда. Встретимся в семи котах, и там я все объясню. В корчме, где сидит Виена? Ну да, увидимся. Все загадочнее и загадочнее. Я бы не сказал, что загадочно, скорее всего, подозрительно. Ну что ж, не без этого. Что-то мы там подхватили, какой-то арбалет. Так, надо посмотреть. Ну, в общем-то, да. А. Да, в общем-то, неплохо. Немножко помощнее, чем наши. Что за шашка была? Волк. Стальное оружие. Так, ладненько, друзья, двинемся далее. Жемчужина севера. Новиград. Так. Распутываем клубок. Корчма семь котов. Я не думаю, что она рядышком. Так, а где он находится вообще? Ну, я ж горел на черте, где находится, на юге. Но... Теперь самое время кое-что выяснить. Зачем ты убил Лунда? Что вообще происходит? Хочешь историю подлиннее или покороче? Ну давай поговорим. Давай уж, рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Очень смешно, сука. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом, мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Ты знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальца его не стоишь.
И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали, по сути, наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе, при дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу, не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. А Бертран Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. И что ты собираешься делать? Я расправлюсь с виновными. Прежде всего с Таулером. Надо поговорить с Виеной. Должно быть, она уже достаточно выпила. Пойдем. Виена? Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертрамом Таулером. А с чего вы мне вам помогать? С того, что у меня есть большой меч в штанах. Для моего друга это очень важно. А что мне за это будет? Для начала я заплачу за твое пиво. А потом посмотрим, насколько ценными будут сведения. Пиво рюмками? Интересно. Я ходила в банде Таулера. Только когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня? Зелиса, Хамонт и Лунд. Они разошлись кто куда. Зелиса в Тритагор, Хамонт на Скеллиге, а Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хамондом или с Зелисой. Нам нужны сведения о Хамонде. Он был правой рукой Таулера. Когда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. И где искать эту Зелису? Она сорвала большой куш. Держит теперь бордель в Тритагоре. Из тех, что для богачей. Девки вытягивают из клиентов сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Черная лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. Ты доволен? Если она ничего не знает, нам придется поговорить с Хамондом и Зелисой. Не ищите Таулера. Если он поймет, что вы идете по его следу, то убьет вас, не моргнув глазом. Это мы еще посмотрим. А что касается тебя... Нет, Ламберт. И верно. Пускай так и остается. А мои деньги? Ублюдки. Ты должен мне помочь, Геральт. Будет лучше, если мы разделимся. Плыви на Скеллиге и попробуй прижать Хамонда. Я поеду в Тритагор и встречусь с Зелисой. Ламберт, давай сначала поговорим. Нет. Это один из тех серьезных случаев, когда ты не задаешь лишних вопросов, а просто помогаешь другу. Где потом встречаемся? В корчме нигде. Я отправляюсь. Удачи. Моя мамочка вам привет передавала.